Туристический рынок Анапы считается одним из лидеров в России. С начала 2023 года отдых на курорте выбрали почти 5 миллионов человек. В летние месяцы для туристов работали более 1500 объектов размещения. Такой высокий спрос требует постоянного развития отрасли. Этот вопрос сегодня обсудили на форуме «Гостиничный рынок Анапы». Гостиничный рынок сегодня прекрасно себя чувствует. Мы видим, что да, есть вопросы, это качество предоставляемых услуг. Мы видим, что все больше требуется пятизвездочных отелей, да, то есть запрос нашего туриста на комфортный отдых, на качественный отдых. Необходимо развивать все сегменты. Туристы к нам приезжают разного уровня, и мы должны обеспечить их потребности. Участники затронули тему инвестиций, применения различных инструментов по улучшению сервиса, а также поделились эффективными кейсами и проектами. Представители власти напомнили ательерам о действующих мерах господдержки. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023-м Анапе предоставили субсидии на сумму более 90 миллионов рублей. Туристическая отрасль дает развитие более 20 отраслям смежным. Поэтому эта отрасль и непосредственно город Анапа, безусловно, дают толчок развитию этой отрасли. И сегодня мы пообщались и с основными представителями этой туротрасли, с компанией, которые предоставляют услуги туротрасли, с властью, что немаловажно. И основной момент, что ательеры имеют возможность подобщаться между собой. Организаторы уверены, подобные встречи формируют современные тенденции в области отдыха. А это, в свою очередь, улучшает внутренний туризм и развивает экономику страны. Никита Васюхин, Антон Чистяков, Анапа регион.